А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. История «Ежика в тумане» вышла на экраны в 1975 году и покорила сердца не только советских детей, но и взрослых. До сих пор это один из самых известных мультфильмов, созданных в технике перекладки. И хотя сегодня в моде компьютерное 3D-моделирование, такой вид анимации тоже используют. Нарисовать героев, декорации, а после вдохнуть жизнь в кусочки бумаги и заставить их двигаться. Ксения Юревич по образованию культуролог, но уже 3 года в Крымском киномедиа-центре создает мультфильмы для детей. Станок для техники перекладки. Мы видим с вами здесь закрепленный фотоаппарат. Мы видим несколько стекол. Это наша основа, да, куда мы кладем фон, куда мы кладем героев, и освещение. Все, что нам нужно для съемки мультфильмов техники анимации – перекладная. Это бумага, несколько карандашей и ножницы. На первый взгляд ничего сложного. Нужно медленно передвигать фигурки героев и поэтапно фотографировать. Процесс трудоемкий. 1 секунда видео, минимум 8 кадров. Чтобы за несколько часов снять минутный ролик, необходимо сделать не меньше 500 снимков. Небольшой сценарий в голове набрасываем. Потом мы расписываем, что нам нужно. Какие нам нужны фоны, какие нам нужны элементы. Мы обычно делаем, не пишем сценарий, но мы делаем такую раскадровку. Похожим образом создают и объемную анимацию из пластилина, а еще предметную и сыпучую. Все они относятся к разновидностям техники стоп-моушен, потому что состоят из фотографий. Если очень хочется заниматься анимацией, но нет возможности купить дорогостоящий станок, его можно сделать своими руками. Для этого вам понадобится обыкновенная картонная коробка, несколько фонов, вырезанные из бумаги герои вашего будущего сюжета и любое средство для съемки. Режиссеры в шутку называют это анимацией на коленках. В Крымском киномедиа-центре создают мультфильмы уже 5 лет. Если для старшего поколения это скорее хобби или профессия, то малышам анимация помогает развивать воображение, моторику рук и учит мыслить шире. Татьяна Балыкина, Руслан Князев. Утро нового дня.